Шымкенте усилили санитарно-профилактические меры в центрах обслуживания населения. Там тщательно обрабатывают каждый зал и уборные. Всех сотрудников снабдили защитными масками и антибактериальными спреями. В течение дня увеличили частоту влажных уборок. Ежедневно в одно отделение обращаются до 3000 человек. Специалисты говорят, чтобы не создавать столпотворения, они были вынуждены ввести новые правила. Посетителей запускают партиями. На дверях в ЦОНе появилось предупреждение – без масок не входить. Правда, найти защитные средства в аптеках сейчас сложно. В центрах обслуживания населения призывают казахстанцев переходить онлайн. 80% госуслуг можно получить через интернет.